мы на месте. Мы приветствуем Михая. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он не в себе. Он не в себе. Хорошо. Итак, у меня наручники на руках, ты видишь, или что? Это что-то белое. Хорошо. Веревка. Это белым таким цветом. Сила моего намерения, эта веревка выходит из его биополя, отключается полностью, отправляя в клетку тюрьму. Готово. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Михая на все невидимое в его биополе. Есть ли какие-нибудь подключки, конструкции скрытые? Есть у него в голове две точки. Хорошо, сканер, просканируй сейчас, выведи эти две точки и все связанное с ними. Не как глаза, но они рядом. Готовы. Отправляю в клетку тюрьму. Михая, вы меня слышите? Да, слышит. Хорошо. Вы знаете нас, мы уже встречались с вами. Вы даете нам свое разрешение на проверку? Да, дает. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Михая, под ногами 360 градусов вокруг него. И заложниками. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Михая. Находит все. Выстраивает также каналы вот этих наручников веревки и этих двух точек и притягивает ответственных за них. Стоят в клетке тюрьмы. Да, будет так, а так и есть. Ты знаешь, у него нет никого. И вот эти наручники, они не как наручники, они как такая восьмерка энергетическая. Также эти точки, глаза. И они принимают как свой облик. Это как неупокоенная душа. Но это что-то, как она злая какая-то. Как смеется. Хорошо, от этих точек еще раз выстраиваются каналы к ответственным. По энергии притягивая, где бы они находились, в клетку тюрьму. Нет, это как неупокоенная душа, эти точки, как глаза, встали на место. И оно что-то, как в колпаке. Снимаются маски и голограммы, фантом предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Это фантом, как неупокоенная душа. Как или неупокоенная, я не пойму никак. Но он, знаешь как, он фантом, и он какой-то злой. Хорошо, от этого фантома притягиваю основной фантом 1, 2, 3, стоит в клетке тюрьмы. Это женщина, знаешь, как мономагия похожа. Но это неупокоенная душа, она колдунья какая-то. Она меня слышит, она в клетке? Да. Хорошо, что ты здесь делаешь? Она и смеется противно. Смеется? Направляя на нее печать семи архангелов удар. Следующий удар я тебя сожгу. Итак, что ты здесь делаешь, кто ты? Она как кашлять начинает. И я сейчас поток от нее любви. Идет, она говорить не может, но от нее идет информация, что она теряет энергию, и не надо так больше делать. Я сейчас открою поток любви абсолюта и сожгу тебя в этой клетке. Что ты делаешь в этом биополе, паразит? Истязаю. Истязаешь. Имя он свое показывает, назови. Он показывает, откуда он приходит. И откуда фантом это? Фантом этот. В доме портал. Это комната в доме, это шкаф, и там портал. Он приходит и уходит. Хорошо, считаешь, что ты уже пришел и остался здесь навсегда. Сегодня я открою портал в чистилище, ты уйдешь в чистилище. Знаешь, он вот такие вещи делает, как будто его корежит, как будто его тянет в разные стороны. А он не хочет в чистилище. А это уже... Он бегает от чистилища. Вот ты уже прибежал. Чистилище пришло за тобой. Сегодня будешь отвечать за все, что ты сделал в прошлой жизни, в этой жизни, в которой ты жил, и за то, что ты мешал жить другим душам, незаконно подселяясь в эти чужие души, подпитываясь их энергиями. Хорошо. Итак, веревка откуда взялась? От веревки выстраиваются каналы к ответственным, притягивая всех ответственных по каналам с этой энергией. Да, будет так, и так и есть, стоит в клетке. Но это все его. Это все его, он как по частям собирается, у него и в ногах что-то есть, как тоже, как восьмерка, это энергетический. Ну все, это уже энергетический паразит, для меня все понятно. Хорошо, даю команду тонкой копии Михая спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены и низковибрационные энергии в его биополе. Канал выстраивается также и к этой сущности, и к этим точкам веревки и веревки. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Михаю. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что он мог получить, от них возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Считай имя у этой души. Кара. Хара. Кара. Кара? Да. Кара. Это мужчина или женщина?
Это женщина. Женщина. Потому что ты говоришь он. Фантом, я имею в виду. Хорошо. Ну что ж, ждем окончания реверса. Значит, проблема идет из квартиры, в которой он живет, в доме. Мы сейчас там будем. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Михай забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Михай себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Что возвращается? Возвращается энергией. Хорошо. Его родные энергии, я бы сказала. Не по чакрам. Хорошо. Светлые энергии идут. Дело в том, что этого фантома ему не хватает энергии. И когда Михай забирает, там опять остаются одни эти точки. И вот этот... То есть он наполняется энергиями, чтобы ему существовать. Незаконно. А реверс закончился. Включая внутренний белый свет Михая, этим светом выдалит из себя все эти точки, все энергии этой неупокоенной души, все негативное, патогенное, низкое вибрационное, остаточное выходит на счет 3. 1, 2, 3. Свет пошел, энергии выходят, формируется перед Михаем шар. До 100% все чужеродное уходит. Есть шар. Большой? Небольшой. Ты знаешь, мне показывают информацию вообще, как происходит. Да. Михай принимает таблетки, то есть как лекарство, да, лекарственные препараты, которые успокаивают его физическое тело. Да. И в это время вот этот фантом, он напитывается энергиями. Понятно. Мы за таблетки уже говорили, но здесь и проблема еще с этим порталом. Все понятно. Хорошо. Шар вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Да и команду на рассинхронизацию Михая с этой сущностью. Пошла рассинхронизация. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Честь. Хорошо. Давай заправим его энергиями. Посмотри, сколько энергии нужно Михаю и какая частота вибрации. 20-24. На счет 3 макушку головы Михая начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Подхожу к Михаю, помогаю ему сжечь каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Михай, как вы себя чувствуете сейчас? Мне намного лучше с энергиями. Уверенность у меня есть, когда есть энергии. Но у вас просто паразит подселился из вашего дома. Там в вашей спальне есть портал в шкафу. Мы сейчас его закроем, этот портал. И сущность, которая здесь находится, сейчас уйдет туда, куда она должна уйти. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И эта сущность идет на нулевой уровень. Да, будет так, а так и есть. Шипит, весь уходит, да. А что он сделает? Втянул его, да? Угу. Отлично. Закрывай, опечатывай, растворяй. Все, Михай. Все, что в клетке, мы сейчас уничтожим, открывая под этой веревкой, этими точками воронку в галактическое ядро, и все это уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Будем возвращать назад вас, Михай. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Михая в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта, поднимаемся в комнату диагностики. Пошел прием.